Утвердили список из 24 кандидатов. В Петропавловске под председательством главы региона состоялось заседание бюро политсовета областного филиала партии «Нур Отан». На нем с помощью голосования определили потенциальных депутатов областного маслихата. Средний возраст народных избранников – 44 года. Предполагается, что их состав обновится на 73%, в нем будет больше женщин и молодежи до 35 лет. Также среди кандидатов есть многодетная мать и один североказахстанец с особыми потребностями. Если останавливаться на основном роде деятельности потенциальных депутатов областного маслихата, то в большинстве своем речь о работниках сельского хозяйства. Три кандидата трудятся в сферах культуры и спорта, столько же занимаются предпринимательством.